Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Рус ФПС, и сегодня у нас будет обзор матча Краснодар-Порту, который проходил вчера вечером на стадионе Краснодар-Арена, если я не ошибаюсь. Вот. Как мы знаем, Порту победил со счетом 1-0, но не выключайте это видео, потому что это не является кликбейтом, так как, понятное дело, вы подумаете, типа, обзор матча, а где же обзор матча? Но я не собираюсь делать скучный обзор матча, тем более права на этот матч идут у Матч ТВ. А я сделал матч FIFA Champions Mobile, типа, обзор матча, вот. И обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, и поехали! Так, ну все, подписались. Ну, отлично, тогда мы начинаем. Ребят, я испробовал новую камеру. Кстати, если вы хотите поподробнее, вот те, кто из моих подписчиков играет в FIFA 14 Mobile, то если вы хотите поподробнее немножко про эту камеру, то я сделаю данный видеоролик. А, так вот, еще раз повторюсь, что вот какой удар был мощный. Повторюсь, что это не является кликбейтом, потому что это является обзор матча во вселенной FIFA 14. Потому что я посмотрел матч, и он был довольно-таки скучен. Ну, точнее, там Краснодар в концовке только играл более-менее. А так, они, ну, наша команда была очень взволнована, и поэтому у нее особо-то ничего не получалось. Вот. У меня, кстати, тоже вот в основном лонгшоты были, но они перекрывались. Но у меня здесь матч получился намного ярче. И, кстати, я вам проспорилю, прямо противоположный исход. Вандерсон бьет! И там вратарь, но Вандерсон! Вандерсон, кстати, если я не ошибаюсь, все еще играет в Краснодаре. Ну так вот, Вандерсон забивает первый гол. Ну вот еще раз повторюсь, посмотрел матч Порту, и там он скучный, и вот решил сделать такой видеоролик. И в будущем я, скорее всего, также буду делать подобные видео, вот. Если вы помните матч Зенит-Краснодар, и также выкрутил я после матча, это вот также скриптовая фигня, и мне забивают голы. Это постоянно в карьере забить клуб также. Вот, сделал я видеоролик после матча, и у меня там 600 просмотров набралось, у меня так не было уже с зимы. Помню, видос был, он набрал, по-моему, 2000 просмотров. Вот, это вообще круто было тогда. Ну, 600 просмотров — это вообще отлично. Мамаев бьет. И если вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь, потому что, ну, просто я уже как бы должен идти к своей вершине. Вот Мамаев выждал пас на Жаузинио, левый полузащитник. Ну, тут, по-моему, прострел будет. И Вандерсон из-под защитника забивает второй гол, тем самым оформляя дубль и принеся пока что победу своей команде. Еще матч не закончен, но мне кажется, исход будет очевиден. Кстати, не знаю, как отрендерится видео здесь, но я вот сейчас, когда записываю, смотрю, это прям красиво смотрится. И появляется больше моментов при такой камере. Если хотите, я даже Beach Club, вот у меня есть отснятые серии, я их смонтирую, а следующей серии я буду делать вот в такой красивой камере. Вот вам немного повторов. Мамаев бьет, но тут слишком низко и медленно мяч летел. Вот, ребят, все, закончился наш матч. Обязательно подписывайся на мой канал, если досмотрел до конца. Ставь лайки, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, которые выходят каждый день. Все, ребят, не болейте. Также делайте репосты, рассказывайте друзьям. И всем пока. We'll be right back.